Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в игрушечку Paint the Town Red. Ну и как ты видишь, мы возвращаемся на самую первую нашу локацию, называется она бар байкеров. Ну и сегодня мы, короче, будем ее проходить, как бы. Мы всех вот таких байкеров должны тут полностью уничтожить, ну и пройти эту данную локацию. Ну и значит, как это грустно не звучало, мы, короче, заканчиваем, можно так сказать, прохождение Paint the Town Red. Сегодня будет последняя серия. Ну и, короче, вот. Что я могу сказать? Мы сейчас, короче, будем выполнять кое-какие тактики очень интересные вот по прохождению данной локации. Ну и, короче, что я могу еще сказать? Эта локация вроде как самая большая по численности вот людей. Здесь вроде тут 70, а то и даже 80 штук вот этих людей. Ну и будет довольно-таки сложновато их убить тут, но мы их сейчас постараемся тут одолеть. В принципе, я не знаю, кстати, вот тут... Так, вот, да, вот эта дверь. Короче, мы сейчас должны очень аккуратно пробраться кое-куда. Сейчас смотрим. Мы сейчас должны тихо очень спуститься вот сюда. Ну и вот видишь, этот боксер, это как бы тут босс. На данной локации мы должны... Опа, все, короче, погнали. Погнали, смотри, первым делом мы сейчас заходим сюда. Так, где? О, тихо. Все. Тихо, выпустите меня, блин, тихо. Ой, блин, капец, первый удар нанесен, ладно. Значит, мы берем тесак. Я, короче, давно на этой локации вообще не рубился, не играл, так сказать. Ну и вот сегодня мы будем кромсать всех. Спокойно, Ребзи, спокойно. Так, без паники. Так, что здесь? Кто тут? Так, опа, здравствуйте. Здравствуйте, дядя. Здравствуй, тетя. Так, ладно. Тихо, ой, блин, ладно. Так, у нас сломался этот, как он? Напомни, пожалуйста. Тесак. Тесак, кстати, довольно-таки не самое тут мощное оружие. Самое мощное... Это катана. Тихо. Всех порешаю тут. Всех порешаю. Потому что эта локация будет сегодня... То есть она должна быть нами пройдена. Потому что мы с этой локации, так сказать, начинали. И на этой локации закончим данную игру. Кстати, если считать, то это уже какая-то 17-я либо 16-я серия. По... Тихо. По Paint the Town Red, так что вот, имейте в виду, ребятки. Так, спокойно, бита, где-то тут бита валялась, тихо, Ребзя. Почему вы такие все, блин, так, спокойно, где-то тут бита была же. Так, ладно, тихо, ну-ка, стоять, бояться, так. Окей, а где бита? Тут же тетка биту держала, мне казалось же. Ладно. Короче, тарелки, самое лучшее такое решение тут. Мы уже, кстати, проходили эту локацию, как вам? Она чем-то похожа на локацию салона. Мы, кстати, салон проходили, но там возник баг с кое-каким одним человечком. Я не стал перепроходить, но как бы... вот, он куда-то у нас провалился за текстурой, ну и мы, короче, его не могли убить. Но он оставался самым именно последним вот на данной локации. Ой, блин, капец, спокойно. Блин, а чё вы все такие борзые? Так, тихо. Я уже давно на этой локации не рубился, реально. Это прям локация прям очень реально крутая с этими байкерами. Я тебе скажу, реально. Тихо. Да чё? Ой, блин, тихо. Мне капец страшно, знаешь от чего? Потому что за нами гонится целая толпища людей. Большая толпища людей. И, кстати, нам лучше музыкантов потом уже убить. Вот этих музыкантов, ну, я думаю, ты знаешь, вот они там стоят. Мы их должны позже убить, так как, смотри, в чем прикол. Там не будет играть музыка, если мы их убьем. Ну, как бы музыка пропадет, а нам это нафиг не надо. Ладно, короче, вот смотри, если мне не изменяет память, вот там должен быть еще один тесак. Короче, там, короче, есть. Там, короче. Есть очень хорошая секретка в данной игре. Ой, блин, капец, вас много за мной гонится вообще. Много вас, много. Понимаете, много. Особенно вот этот большой говнарь. Вот этот, сейчас мы его... Вот, видишь, он где-то вот там в толпе. Этот, сейчас скажу тебе. О, да. Тихо. Да, все, ребятки, я нашел секретное оружие. Опа! Великолепно. Да, переубивайте там себя как следует. Вот так. Тихо. А где они?
Тихо, спокуха. Ой, тихо, 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 тихо. Нам главное вот этого сейчас, чувачка, убить. Тихо, 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 тихо. Да тихо, спокойно! Блин, я их уже не так боюсь, кстати, как в первой серии. Мы вообще гоняли от них. Если ты не видел первую серию, то посмотри обязательно. Блин, это самая вообще была веселая одна из серий. Но так как первая, блин, мы вообще ничего не знаем. Мы вообще первый раз тут. Ну и короче, нас 10 раз тут просто грохали. Это была прям, можно сказать, даже нарезка. Да чё ты такой неугомонный? Так, спокойно. Опа, здрасте. Так, спокойно. Так, да, свидули. Так, окей. Так, 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 тут еще чувачки дерутся. Ой, блин. Ой, капец, вас много. Их реально много. Так, ладно. Давай сейчас будем вот так аккуратненько. Нам главное сейчас вот эту штуку сделать. Блин, вот этот опасный. Вот этот опасный вообще типок такой, можно так сказать. Так, нам главное сейчас раздобыть. Раздобыть еще оружие. А, блин, вот самое лучшее. Одно из лучших это вот эта палка. Так, спокойно, ну, ой, тихо-тихо-тихо, ну она на один раз. Так, ладно, тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки, я вас сейчас вынесу, подождите. Не подождите, мы сейчас вас вынесем. Так, ой, ой, капец, тихо-тихо, капец, что там происходит? Так, ладно, смотри, мы сейчас должны как-нибудь взять вот эту штуку. Я не знаю, как-нибудь, сейчас пройдем вот сюда. Так, поварята, приветик! Поварята, мать вашу, тихо-тихо-тихо. Давай сейчас будем убегать от них. Вот, мы сейчас, короче, всех, так сказать, отсюда. О, гитара, великолепно. Так сказать, всех тут сейчас на себя натравим. Тихо. Вообще, блин, капец, они бегают за мной тут. Так, ладно. Давайте, ребзя. У меня скоро уже загрузится моя любимая, так сказать. Ой, блин. Ой, а вам не... Ой, тихо-тихо-тихо, повара! Тихо, поварята бегают, смотри, реально. Капец, они... Они с этими тесаками меня это вообще напрягает просто конкретно. Так, да давай уже сдохни, сдохни, блин. Ладно. Так, давай-ка сейчас вот тут давай, вот так, на тебе. Все, ребятки, все-все-все-все, тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас будет опасно. Сейчас будет такой опасный заезд сюда. Так, окей. Ну и все, короче, мы сейчас смотри, как сделаем, блин, я упал, и, короче, ой, блин, тихо, вы меня не видите, я вас не вижу, я бегу от вас, окей, все, смотри, вот все, сейчас они вот тут соберутся, все, сейчас они тут все у нас будут, вот в этом месте, и поварята, и черт знает кто, байкеры там всякие и так далее, так, давайте, вы молодцы, так, вот только в лучшем... О, еще прибегают сюда. Ладно, короче, давай сейчас вот сюда, вот это вот будем. И смотри, вот так. Вот на этого. Сейчас главное нам вынести. Ну. Ну, в смысле. Давай еще. Давай еще, блин. Давай еще. Давай еще, блин, хочу много этой штуки. Так, давай вот сюда. Давай вот сюда. Великолепно, у нас просто шедеврально получается их всех несить тут. Вот, все, ребятки. Вынесли. Вынесли как миленьких. Вот только повара живы, это, конечно, печально. Так, ладно. Хотя хрен знает, почему повара живы. Лё, повар, а почему ты жив? Я вообще не могу понять. Я же вроде использовал такую супер-мега-магию. Это божья сила вроде как. Я не понимаю, с какого черта ты жив там? Так, все. Так. Вот так. На тебе по кумполу. По кумполу! Тихо. Капец, капец, капец. Лежать просто. Лежать спокойно. Ой, нифига. Смотри, тетка. Здравствуй, тетушка. Но мне тебя придется вынести, потому что ты... Потому что ты... Давай вот так. Вообще шикардозно. Так, но потому что ты, как бы сказать, мне тут не нужна. Вот. Знаешь, тетушка это тут немножко застряла на локации. Ну, как бы они не могут туда заходить, а вот с помощью наших... О! Великолепно. Короче, с помощью наших супертехнологий, так сказать, мы вот...
закинули эту тетку, ну, багнули, так сказать, вот. Давай сейчас. Вот так, все, шикардозно просто. Так, ладно. Смотри. Вот так, все, всех выносим. Я реально говорю, эта локация легкая уже. Для, ну, так сказать, средней сложности. Да, блин, давай, берись. Сейчас ко мне зайдут. А хотя не, они еще идут. Вот, если бы, кстати, если бы не ваши подсказки под этой игрой, я бы вообще бы не смог проходить некоторые там локации и арены. Знаешь почему? Вот вы мне подсказали, короче, дорогие подписчики, вы мне подсказали, что нужно использовать, короче, как бы смотри. Вот мы берем вещь, вот, например, кубик. Это обычный удар, а вот это удар, вот, вот, вот такой. Это удар, если вот мы зажимаем левую кнопку мышки, то тогда удар мощнее, как бы, смотри. Вот, смотри. Ой, тихо, тихо, вот, смотри. Вот, ну вот, как бы, вот так. Как бы, я думаю, ты понимаешь, о чем речь. В принципе, вот. Если бы не ваши там подсказки, то, что вот нужно, вот, например, такие-то удары и фишки применять в этой игре, и, блин, я бы вообще по миру бы тут поплыл бы, вот, без подсказок, так что спасибо большущее. Реально, такой игры давно не было, как бы, такая игра должна быть, она такое, знаешь, квадратное месиво, можно так сказать. Вот. Это, можно так сказать, реально веселая... Ой, тихо-тихо-тихо, ребзя. Реально веселое, такое супер крутое путешествие по крутым локациям с драчками. Короче, ладно, уже заговариваться начинаю. Нам надо сейчас быстренько всех этих чувачков выносить. Тетушек, чувачочков. Это все, это уже последний, можно так сказать. Тихо. Давай, чувак, иди сюда. У меня микрофон есть. У меня есть микрофон, вы можете попеть, ну, если вы хотите, конечно. Но, увы, вы, походу, не хотите петь. Так, давай-ка. Сейчас, смотри, ну, что-нибудь еще. Я не знаю, сколько тут людей еще осталось. Ну, наверное, 10 штук. Воу, блин, вы там охренели? Так, капец, 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 блин. Почему-то суперспособность пропадает, как всегда, не в тему. Но я думаю, ты увидел. Блин, капец, они мощные. Давай. О, ну все, 9 штук осталось. 9 штук, ребятки, осталось. Сейчас мы их вынесем. Сейчас, смотри. Давай. Давай. Да, блин, уже... Уйди. Так, давай. Все, 8, 7, 6. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Че вы такие все опасные? Кстати, а че у барабанов? Можно взять какую-нибудь ударную установку? Так, спокойно. 4 человечка. Блин, давай. Шикардозно. Барабанная установка. Блин, барабаны не берутся, капец. Ладно. Я думал, можно их брать тут. Но, увы, нет. Ладно. Так, давай, 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 давай. Давай, чувак, сюда иди. Все. Где еще один? Вот он, вот он. Та-та-та-та. Все. Финал. Ну и вот, ребятки, проходим мы локацию байкеров. Ну и вот. В принципе, да, тут я не ошибся, вот 79 чувачков тут на этой локации, так что вот, за 11 минут прошли, это очень круто. Так что, ребятки, вот такая серия по Paint the Town Red у нас вышла, вот такая последняя, прикольная. Если будут выходить обновления, то, конечно, мы вернемся в эту игру, а пока тут вообще никаких обновлений, пока только вот такие локации, ну и вот, в принципе... Реально круто, реально круто. Игра мне очень понравилась, с удовольствием поиграл, с удовольствием ее прошел. На этом все, подписывайтесь на канал, лайкайте видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.